казалось неестественным, а тени слишком резкими, но воздух был насыщен электричеством. Стивенс повернулся к окну. Солнце тоже изменило цвет, став из желтого зловеще бело-голубым. Небеса разверзлись, и оттуда донесся оглушительный рев. Что-то черное пролетело мимо окна, рухнув на землю. Только по мелькнувшему опаленному крылу Ивенс догадался, что это мертвая птица. Но тут окно растаяло. Эндшпиль. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.me.